С понедельника по пятницу, будто бы назад, время пятница. Мы были нигде, плавали в мутной воде, различимы едва в обстоятельствах. Я бы не увидел тебя среди миллионов прохожих, это мне не нравится. И тебе не нравится тоже. Я бы не заметил тебя и прошел бы мимо при встрече, если бы не пятница, если бы не пятница вечер. С понедельника по пятницу колеса крутятся, машины катятся. Ты где-то там за бортом рулила своим кораблем, который так быстро в свой порт отправляется. И я бы не увидел тебя среди миллионов прохожих, это мне не нравится, и тебе не нравится тоже. Я бы не заметил тебя и прошел бы мимо при встрече, если бы не пятница, если бы не пятница вечер. Среди миллионов прохожих, это мне не нравится, и тебе не нравится тоже. Я бы не заметил тебя и прошел бы мимо при встрече, если бы не пятница, если бы не пятница вечер. Привет! Только что прослушали мой кавер на песню группы «Пицца. Пятница». Самая замечательная и душевная песня от группы «Пицца», на мой взгляд. И если хотите также ее играть в компании друзей или просто для себя, ставьте лайк. Набираем 600 лайков, выходит полноценнейший разбор на эту песню. Все покажу, обо всем расскажу. Осталось только поставить лайк и дождаться разбора. Самое главное, друзья, подписывайтесь на «Хижину музыканта», потому что именно на этом канале вы сможете найти разборы и каверы на самые топовые песни, которые выходят в интернете. Все хитяры, все они попадают сюда, изучаются досконально под микроскопом, чтобы каждый из вас смог ту или иную песню сыграть от души. И в конце хотел бы вас познакомить с моим другом Андреем Нилаевым. Он также работает на Ютубе, каверщик, снимает каверы на самые прикольные песни. Ссылочка на его канал будет в описании под видео, а также увидите на экране. А здесь, на закрытых окнах, вы увидите его самые лучшие работы. Всех с праздником и до скорых встреч. Пока.